Коллеги, я вас всех приветствую. Сегодня у нас практика. Жарко картошки на сковороде. Прямо вот жарко. Причем даже, знаете, у нас жарко картошки на плохой сковороде. Жарко картошки на самой дешевой, тонкой. Вот, смотрите, я купил сковороду специально. Я купил ее для двух вещей. Значит, первый ролик – это как пожарить картошку. Второй ролик – как нельзя пользоваться сковородой. Вот. Ну, это потом. В следующем, наверное, пойдет. Почему такая, собственно? Она даже вот прям алюминиевая, видите, это не для моей плиты, но неважно. Она тонкая, тончайшая, да? Однослойное тут покрытие, как-то стоит 179 российских рублей. Вот. И вот я сейчас на примере самой дешевой, самой вообще никчемной сковородки буду показывать, как пожарить картошку. Ну, во-первых, практика, как мы будем жарить, да, сейчас расскажу. И, собственно говоря, большое количество комментариев возникает на моих роликах о посуде, как выбрать сковороды, там что хорошо, что плохо. Вот люди, значит, начинают, что только чугун, вы ничего не понимаете, жарить картошку. То вот мы сейчас пожарим не на чугуне, а на самой дешманской сковородке. Потом буду этот ролик просто туда ссылочку давать, вот смотри и все. Так, коллеги, значит, жарко на сковороде картошки. Буду лениться. Сделаю ее просто вот на этой терке. Что я имею в виду? Буду лениться, я что-то не хочу ничего нарезать. Значит, ну первое, друзья, вот он ломтик. Вот он обычный ломтик. Первое, что я делаю после того, как я порежу картошку, ну неважно каким способом, у нее влага, я эту влагу удаляю. Видите сколько? Смотрите, вот я два раза обмакнул, видите сколько? Вот, конечно, внутри останется влага, это понятно. Но вот эту вот влагу основную я удалю с картошки перед тем, как ее жарить. Она будет у меня сухой. Когда я ее буду помещать на сковородку, не будет эта вода брызгать, не будет это все разлетаться по кухне. Это раз. Второе, если все-таки мы ее кладем сухой, то не получается моментального остужения вот этого масла, которое уже нагрелось, да, то есть если мы ее кладем с водой, все, сразу нагретое масло теряет температуру. Вот, ну, оно, конечно, сразу наберет, но тем не менее, зачем нам это нужно? Так, без фанатизма, вот я вот раз, два, вот, уже видите, уже она не блестит, уже влаги нет, вот так. Теперь я ее, это что касаемо, если конкретно блюда, да, жареная картошка, сейчас ее солить не надо, приправлять ничем не надо. Это мы будем делать потом. Вот смотрите, да, если вот в теории, как жарится, жарится продукт при контакте с поверхностью, которая ему отдает тепло, то есть при контакте со сковородой, да, вот если я кладу, ну, представим, что сковорода нагретая сейчас, да, я положил картошку, она начинает жариться. Вот здесь. Температура постепенно начинает подниматься наверх. Вот. Я кладу, если картошку вот так, то вот эта картошка жарится. Так не видно, да? Вот так, да? То вот эта картошка жарится, а вот эта нет. Она только вот здесь вот прижаривается. Да? Дальше я ее там перевернул. Это пожаренное с одной стороны начинает жариться, с другой стороны, а это только начала жариться. Поэтому это я вам сейчас для чего показывал? Для того, чтобы наглядно хотел показать, да, что не надо наваливать вот такую гору. Картошку вы будете жарить, там, я не знаю, морковку, овощи какие-то. Если вы хотите, чтобы что-то было жареное, продукт будет жариться, который лежит первым слоем. Вторым слоем ничего не будет жариться в этот момент. Третьим слоем вообще. Поэтому очень часто распространенная ошибка. Много кладут продукта на сковороду. То есть, если вы хотите пожарить больше картошки, вам нужна большая сковорода. Вот почему 30-ки, 32-ые сковороды я рекомендую дома иметь. Когда хотите что-то жарить, овощи, большая сковорода и малое количество продукта, чтобы вот оно желательно умещалось одним слоем. Просто пожарьте, если у вас одна сковорода, да, но много продукта, пожарьте в несколько этапов. Жарко это, в принципе, процесс недолгий. Вот, значит, с этим разобрались. Теперь масло. Я наливаю масло, ну так, ни много, ни мало. Потому что, ну, тут и покрытие антипригарное. Да, если бы у меня была стальная, я бы побольше масла налил.
Вот, это как раз вот тоже для того, чтобы не пригорало и все. Здесь просто тоже, то есть сковорода будет нагревать масло, масло будет своей температурой обжарить картошку. Вот, теперь давайте я включу огонь. Тоже нагрев, да, он должен быть ну, средний. То есть если я понимаю, что сковорода тонкая, алюминий, он нагреется просто моментально. Высокая теплопроводность, да. Соответственно, ну и чтобы жарить, тоже нужен большой огонь. Но здесь, учитывая толщину сковороды, вот, я делаю средний огонь, потому что понимаю, что она сейчас моментально разогреется. Если я сразу дам большой огонь, ее вообще выгонит. Вот, то есть надо вот как-то вот понимать, да. Теперь, как сделать, как понять, когда готово. Вот я беру одну картошинку и сразу ее сюда кладу. Вот начнет она шипеть, вот это вот. Ну, готово уже, тогда можно класть. И опять же, я сейчас положу, ничего не надо переворачивать. То есть мы кладем картошку одним слоем, да, там, ну, один-полтора слоя. Даем ей прижариться, создается корочка. Вот, уже, видите, уже началось, да, уже началось. Сейчас мы чуть-чуть так, раз. Вот, уже будет жариться. И вот в этот момент я закладываю. Видите, вот, я сразу взял картошки ровно столько, сколько у меня уместится. И то получается второй слой. Все. Я ее разровнял по поверхности и не трогаю. Вот я вижу, что можно, чтобы она больше шипела, я сейчас дам нагрев чуть побольше огонь. Но чуть-чуть побольше. Вот я ее положил на одну, с первой стороны, да, минутки три я ее подержу, корочка будет, потом я ее опять переверну, там будет корочка с другой стороны, и дальше уже по обстоятельствам. Ее можно попробовать, значит, чуть сыровато, такая альденте, да, еще подержать, уже можно там попереворачивать чуть-чуть. И минутки за две, за три до конца готовности я ее уже там посолю, поперчу и так далее. Ну, по приправу сейчас поговорим. Вот, собственно, и вся жарка на любой сковороде. Ну, давайте процесс посмотрим. Вот она жарится, я ее не трогаю. Вот то, о чем я говорил вам. Вот там картошка жарится, а вот эта верхняя нет. Она так только лежит, температуру набирает. Вот. Но поскольку у меня ее здесь, в принципе, немного, ничего не то, что прямо вот по одной картошинке, но если бы здесь было вот так с горкой, то это было бы плохо. И обратите внимание, друзья, в начале можете отмотать или сейчас слышно, никаких вот этих пш-пш всплесков. Чуть-чуть она себе пошипывает там и все. Это потому, что мы убрали, собрали полотенцем воду с нее. Так, посмотрю на одну. Вон она. Вот теперь переворачиваю. Первый раз. Вот, видите, корочка. В итоге так проще все-таки. Вот, ну постараюсь так перевернуть, чтобы все-таки она на сковородку легла теми частями, которые еще не прожаренные. Конечно, сделать это как роботу невозможно, но тем не менее. Честно говоря, не знаю почему, но камера что-то бесится. Поворачиваю на картошку, поворачиваю обратно, все в красном цвете. Вот приходится белой лопаточкой выправлять. Вот видите, вот один первый раз перевернули, сейчас еще 3-4 минутки. Я опять дам, закармелизую, да, вот этот вот крахмал, сахара. В корочку превратятся. И дальше уже просто попробовал. Уже можно переворачивать туда-сюда, повертеть ее. Вот и все. Вот весь процесс жарки. Повторяюсь, на любой сковороде. Как только на чугунной жарить картошку, только на чугунной сковороде. Да, блин, чугунную сковороду, извините за выражение, распердоливать надо столько, чтобы она вот набрала вот этот вес. Ну, мы поговорим, ладно, про посуду, про вот эти вот температурные дела все вообще, как метод нагрева бывает и так далее. Полетаю над картошкой. Вот она, видите, какая хорошая корочка. Все спокойненько. Все нормалек. Ну вот пока я болтал, я думаю, еще прошло, да, минутки 3-4, а то вот уже сейчас можно передержать ее будет. И можно будет снова переворачивать.
Вот теперь, когда я корочку везде задал, я чуть-чуть убавлю огонь. Убавлю, потому что дальше мне такой огонь уже не нужен. И дальше я еще в течение 4 там, минут буду ее просто доводить. Потому что, опять же, да, с каких-то сторон она уже хороша, а с каких-то сторон, которые мне не удалось там с самого начала или со второго раза перевернуть, она еще, так сказать, альденте. Поэтому вот эту наверх, сейчас я уже буду за ней, так сказать, послеживать более полноценно. Вот эту вниз. И вот сейчас, когда я понимаю, что мне... И вот сейчас, друзья, когда уже два раза я перевернул, корочка есть, все, надо только просто до кулинарной готовности, что называется, довести продукт внутри. Можно заморачиваться приправами. Какими? Вот я тут все собрал, ну, масло уберем. Значит, что можно дать? Лавровый лист, соль, перец. Вот можно сейчас, это я и сделаю. Вот так, раз, сюда его. Вот. Я поперчу и посолю. Ну почему сейчас? Потому что соль даст, она начнет сок выделять. Можно чеснок положить, свежий чеснок, да, порезать, положить. Но тоже тут можно так. Некоторые кладут тимьян, розмарин. Вот сильные вещи, как лаврушка, чеснок, то есть либо-либо. Либо там розмарин, либо чеснок и так далее. Лучок, да, многие лучок сейчас тоже. А почему без лука? Вот он. Не кладу я его, не хочу. Вот, нет свежего чеснока, гранулированный чеснок. Помните, да, что у нас всегда есть специи. Вот, и так далее. То же самое, свежего лука нет, гранулированный лук. Почему нет? Запросто. Вот, некоторые... Можно еще как сделать? Значит, выключить огонь и накрыть крышкой. Так тоже делают. Что получается? У картошки температура, мы крышкой накрываем, газ выключить, да, накрыть крышкой. Температура от картошки, она сразу начинает, сковорода и картошка, отдавать температуру вверх, в крышку ударяется, идет температура вниз, и она проготавливается, дальше проготавливается. Вот, то есть, чтобы вот не следить, вот так. Делают таким образом. Сделали корочку, вот не морочат, как я сейчас вот тут постоянно подмешиваю уже, да, чтобы и не перегорело, и была готовой. А дапать тоже можно. То есть убрали, крышкой накрыли, она сама себя доготовит. Но при таком варианте с крышкой все-таки, как только закрыли, она сразу начинает вариться. Корочка, конечно, есть, осталось, все замечательно. Но вот такой процесс варки небольшой идет, я его не очень люблю. Поэтому я вам про это говорил, что так делать можно. И это более безопасно с той точки зрения, что вы не пережарите, да, не сделаете там слишком коричневое. Но, тем не менее. Ну вот, собственно, все. Я вот убрал сейчас огонь. Вот, тоже понимаю, что, опять же, очень тонкая сковородка, алюминий моментально набирает тепло и моментально его отдает. То есть, как только я выключил, все. Вот это тепло, которое уходит, оно сейчас уходит в вытяжку туда, да? Почему? Крышкой накрываем, она не дает тепло уходить, а сейчас оно все высифонивает в вытяжку. Вот, соответственно, как попробовать? Я беру не самый поджаристый, а наоборот, вот белесый кусочек, потому что, ну, тот-то, понятно, еще больше приготовился, чем этот, и пробую сейчас его. На, нормалек. Мне удалось вот этот вот вариант, когда прям чувствуется альденте где-то недожарено, вот он прошел эту грань, прошла она, картошка. Так, я несу, подаю, ну, подаю я условно, конечно. Вот, естественно, убираю все вот эти вот лавровые листы, они никому не нужны здесь. Друзья, вот посмотрите, как бы еще раз, да, просто вот на белой тарелке уже, без всякого там цвета искажения, а то что-то у меня, видимо, эта синяя плитка на камеру дает. Вот, вот она, жареная картошка. Ну, жареная же, согласитесь, жареная картошка. Вот, к сожалению, не можете попробовать, но я думаю, что мои коллеги мне доверяют. Вот, значит, сделанная на самой дешевой сковороде.
179 рублей. Вот он, все видите. Тончайший алюминий. И обратите внимание, сейчас, обратите внимание, друзья, еще, что значит правильный нагрев. Дно как было ровным у сковороды, так и осталось. Видите? Ну что, коллеги, вот показал на примере, так сказать, самой сложной сковороды. Вот, ну ладно, самое сложное, можно взять стальную. На стальной еще пожарим как-нибудь. Или я дам свой старый ролик, где я жарю картошку на стальной сковороде. Значит, принцип вот не меняется абсолютно, меняется только подход к нагреву. Помните в начале ролика то, что я говорил? Да, смотрим на сковороду и понимаем, какой уровень нагрева должен быть. И вот это вот все вот писанина в комментариях, как часто, да вот, да перегрев, да недогрев, да дно, да просто неправильно выбранный температурный режим, вот и все. Ну, у нас с вами, я думаю, таких проблем быть не должно. Или не будет теперь. Коллеги, рад был снова всех вас увидеть. Надеюсь, видео было полезным. Группа ВК. До скорых видео. Пока.